Мы разные, но мы равные. Под девизом общественной организации «Милосердие» в Армавире провели традиционную спартакиаду среди инвалидов. В этом году ее участниками впервые стали команды из Курганинска и села Успенского, которые боролись за призы вместе с армавирскими организациями. Мы хотим показать, что мы такие же, как и все. Мы можем приносить пользу не только в социальной и политической сфере. Мы можем приносить пользу и в спортивных мероприятиях. Также мы можем показать, что мы готовы помогать нашей родине, нашей стране в других наших делах. Спартакиаду посвятили памяти председателя объединения ветеранов и инвалидов подразделения специального назначения «Вятич». Сергей Васильевич Шевченко активно вовлекал своих подопечных в спортивные мероприятия, и состязания в его честь планируют проводить ежегодно. В этот раз борьба за победу прошла в 5 видах спорта, таких как боулинг, метание мяча, дартс, настольный теннис и мини-футбол. Поэтому команды старались подобрать универсальных игроков. Занимаюсь вообще футболом, но это я в школе последний раз играла. Теннисом тоже в школе вторые места забирала. И дартсом еще. Это первый раз меня позвали на такое. Поэтому пытаемся как-то играть за команду, чтобы мы хорошее место заняли. Спартакиада в очередной раз показала, что диабет и даже инвалидное кресло не помеха для занятий спортом. Сейчас на возможности все меньше влияют ограничения здоровья, а больше психологические установки в голове. Это доказали победители спартакиады, армавирская команда Всероссийского общества глухих, а также обладатели второго места, ветераны и инвалиды подразделения «Вятич» и заслужившие бронзовую награду представители Успенского отделения Всероссийского общества инвалидов. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 «Армавир».